Привет! Вы на канале We Did Gym или Weekday Girls. Меня зовут Кристина Чибис, а меня Поли Грейс. Сегодня мы решили снять видео. Кто из вас? Мы подобрали вопросы, на которые будем отвечать. Это видео очень распространено на YouTube, поэтому мы не будем вам говорить правила, так как их знает практически каждый. И поэтому мы начинаем. Кто из вас подольше любит спать? Каждый это очевидно, мне кажется. Это вообще. Кто из вас рукожоп? Да, то есть мы... Короче, знаете, мне кажется, у нас все вопросы будут такие. Обе рукожопчики, потому что когда я готовила... Мы решили с Полиной приготовить панакоту. И вы подумайте, я, дурочка такая, взяла в горячую кастрюлю, налила молоко, и он был... В общем... Нас... Да, пельменьки за 300 метров должны кидать. Ты вы что, не несешь парень? Мы такие быстро. Кто из вас лучше готовит? Полина лучше да меня ладно? Готовит. Да ладно! Ты бы серьезно? Полина лучше меня готовит, поскольку в школе раньше учили готовить. То, что готовит она, ну, не умеет готовить я. Ну, наверное. Ну, там, я не знаю, какой-нибудь пирожок-то я испеку. Идеальная жена! А Полина умеет готовить тортики. Так что приходите к нам на чай. У кого из нас почерк лучше? Такое самолюбие вообще. Ну ладно. Не, ну я правда лучше. Аккуратней. Ну да, у меня вообще какой-то... То есть вроде я пытаюсь нормально писать, но у меня вообще какой-то хаос творится. Я не знаю, как это происходит. Мне кажется, почему у меня он аккуратней, потому что я учусь в художественной школе, ну, у меня да. У меня рука просто, она уже идет. Да. Я вообще рисовать не надо. Кто из вас больше читает? Я вообще... Серьезно? Да. Да, она сама мне недавно говорит, что она много читает. Нет, я читаю... Но она больше читает по программе, наверное, да? Нет. Или нет? Не только по школьной программе, просто нету времени, на самом деле, читать. Вот школьную программу я читаю, и на этом я, наверное, остановилась. Кто из нас чаще опаздывает? Ну, по сути, и вот так, и вот так. Даже когда Полина опаздывает, она приходит первой. Кто из вас выше? Я просто все время вот так вот готовлю, чтобы ни одного роста были видео, а то срежется по башке. И последнее, кто из вас дольше собирается? Мобина долго собирается. Это серьезно, я не могу. Мне. Я понимаю, что мне нужно побыстрее выйти, но у меня косметика занимает очень долго. Даже не то, что я много крашусь, а мне нужно просто все идеально, чтобы было никаких комочков, никаких вот этих вот фигней, которые от кожи там отслаиваются. Звучит, но это правда. Поэтому я реально опаздываю. Еще еда, сумка. У меня тоже уходит, ну, не много времени. Просто утром я встаю в 6:45. Как бы я успеваю там мыться, почистить зубы, одеться. И большую часть времени, на самом деле, по правде, меня занимает макияж. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. Что мы с вами стали немножечко ближе. Если это так, то подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. А также пишите внизу в комментариях, что вы хотите увидеть в следующем видео. И мы его снимем. С вами были Weekday Girls. И пока!